выигрываем 17-10. И Василий Карачев есть возможность еще дальше отодвинуть наш клуб от соперников. Да. Пробивает оба точно Карачев. Он первый в нашей команде, кто разменял 10 очков. Вася Карачев сыграл на подборе. У американцев паника началась. Came up a little short, gets his own rebound, takes it to the hoop, strong for Carrasco. Удар по сути двух, нет, не открылся. Ой, забей, Вася, забей! Бросок Карачева через руки. И вновь уже поздравляю сборную России с выходом в полуфинал чемпионата мира. Молодцы, ребята!